Ага, я понял. Бля, что-то холодно сегодня. Да. Звали уведомление. А где будешь снимать? А? Ну сейчас посмотрим. Погоди, у меня тут это. У меня все нормально. Ну да, что-то снимать хочешь, я так и до конца не понял, зачем, куда выгонять? Грязную машину снимать. Здорово, ребятки. Пока есть время, пока не начали снимать. Сейчас мы сделаем. Не-не-не, меня не надо снимать сейчас. Ты заебал. Не-не-не, ну бля, у меня А, у тебя вылез драйв от палочи, ёпта. Вот. В общем, я не знаю. Да, у меня не 50 человек в трансляции. А подкиньте мне тоже. Чего? Народ, подкиньте мне. Так, ребят, сейчас. Первый раз попал так, что писать можно. Братан, я тебя поздравляю. Черный такой странный. Давай, братишка. Так. Что нужно сделать? А? Не знаю. Сейчас народ подсоберется и все. Так же, да? Да, давай. Да. Все, взрываем. Нет, Давидыча сегодня нету. Все, взрываем, да. Бля, давайте, народ, делитесь трансляциями. Че, соберем толпу и прикольно что-нибудь. Все будет хорошо. Приезжай в Баку, концерт организуй. Напиши мне в личку, номер есть в профиле в Перископе, пожалуйста. Нет, тест-драйв не от меня, от владельца машины. Он тоже расскажет, что к чему. Я сейчас расскажу свою. Ты просто задавай, я буду рассказывать. Я сейчас сначала просто покажу ее по кругу, что эта машина из себя представляет. Это дикая тачка. Вот, кто ездит на нелегальный драк, те ее должны знать. Она очень похожа на RS6, но это не RS6, ее все время все путают. Стоп, это просто S4 Avant. Нормально. Да, собирается народ. Это S4 Avant. Вот, а здесь стоит V6 на компрессоре, полный привод, квадро, как у всех Audi. На профиле мой номер, да. Короче, ребят, вы понимаете, что я никак, Давидыч, я не могу объективно оценивать тест-драйв, потому что вот моя машина, блядь, и поэтому мне нравится эта Audi, она охуенная. Вот. Ну... В общем, предыстория. Была стоковая Audi. Потом, значит, Гоша съездил на гонки. 320-я. Че, тебя 320-я объехала? Стоковую, да, объехала. Эту стоковую Audi объехала 320-я BMW. Она была на жаке на 4-й, есть 2 грамма. Да, и тут он понял, что без вмешательства ни хрена не будет. Сейчас, давайте все внутри посмотрим, что тут. Что тут есть внутри. А? 50 штук. Что 50 штук? Так. Так, ребятки. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ну что, внутри все кайфово. Сиденье, значит, тут кожа с алькантара идет. Сейчас я разберусь, что тут со светом. Сиденье, кожа с алькантарой. Вот. А это пищит то, что дверь не закрыта. Вот. Значит, дальше. Что было с этой машиной? Она Stage 2+. Да, она на тюнинге. То есть в стоковой такой машине 333 лошадиные силы. В этой же машине... При учете того, что будет залит 102 бензин, может выдавиться 480, а то и 500 сил. Да, полная комплектация. Этот фирменный обрезанный руль, который у S-ок, RS-ок идет. Спасибо. Вот. Этот человек очень хорошо следит за своей машиной. Да. Делик, дерьмо или нет. Я не знаю, мне делик нравится. Если я захочу выебываться на всех на дороге, если возьму обязательно делик. Вот, значит, смотрите, вот такая у нас Audi, да?
Ну, выхлоп здесь штатный стоит, но тут это не самое главное. Вот. И дальше вот у меня на канале на YouTube есть очень много видео. Есть очень много видео, да, в которых это Audi заезжает с разными машинами. RS5, да, там, она их раскатывает все. SRT-шки. Расход какой. Честно, вот смотрите, я же вам рассказал пару слов, да. Сейчас мы пойдем к владельцу. Сейчас еще владелец вам пару слов расскажет. Потом я попрошу его прокатить. Опа. Так, Жор, дошла до тебя очередь. Расскажи, что ты сделал с этой машиной. Значит, в машине, машина прошита мозг на Stage 2. Ну, как в Рево техника обзывают Stage 2 Plus. Значит, сменен ролик компрессора. Уменьшен. Давай покажем людям. Да. Вот. Значит, для чего это делается? На стоковой машине надув на двигателе вставляет избыток 0,7 бара. Угу. Вот. Для того, чтобы увеличить давление. Вероника, а можешь посветить фонариком под капот? Потому что у меня очень темно, снимай. Да я думаю, тут видно будет. Для того, чтобы увеличить давление, меняется вот этот ролик на компрессоре. Он ставится не видно сейчас меньшего диаметра. Сейчас Вероника посветит у нас, да? Сейчас, ребятки. А, все, вот, смотрите, да. Вот теперь давай, где ролик? Вот этот ролик компрессора. Вот это компрессор. Там. Ага. Здесь идет охлаждение компрессора. Ага. Этот ролик ставится меньшего диаметра и облегченный. Ага. Вот. Ну, то есть авиационный сплав. Проще двигателю его крутить, меньше затраты мощности, отбора мощности двигателя, соответственно, получаем больше оборота на компрессоре. К сожалению, компрессор не позволяет дуть больше, чем 1 бар избытка, то есть в пике мы получаем 1,1, на больших оборотах 1 бар избытка. Не дизельная, бензиновая. Подожди, а что там из карбона такое красивое? Это что там? Вот это вот, да. Это впуск, холодный впуск от AVE Tuning. Карбоновый пуск. Для того, чтобы он не нагревался от двигателя, он сделан из карбона. Вот. Соответственно, вот этот силиконовый патрубок, он тоже термостойкий. И получаем холодный воздух в двигатель. Чем холоднее воздух в двигателе, но это все знают по физике, тем больше в нем кислорода, соответственно, тем больше нальем бензина, тем больше компрессор будет мощность. А год машины, спрашивают? 12-й год. Вот. Значит, выбиты каты, банки старые. Откатов, просто выбили катализаторы. Сейчас ждем от Super Sprint, от итальянской фирмы. Вот, поставим вместо баночек вот трубочки правильные. Ну что, давай проедемся, может быть? Ну, можем прокатиться. Да. Прострелишь? Давайте, ребят, нажимайте на количество человек в трансляции. Сейчас Жорик пригласит. Сейчас вот это только. Давайте, ребят. Что, стоишь с ним? Или постоишь? Да я постою. Может, куда мне там взять? Нет, там места нет. Ну, это в ГДР. Так, ребятки. Вот, значит, в машине очень комфортно установлено. Система старт-стоп, вот здесь можно видеть, вот. Спокойно отключается, включается, кому как по кайфу, тот так и пользуется. Также есть Drive Select, отключение курсовой устойчивости. Курсовая устойчивость, внимание нам на мониторчик. Курсовая устойчивость отключается в двух режимах. Первый режим — это спорт. Вот. Это мы обратно включили ее. При удержании кнопки, значит, у нас полностью выключается, то есть полностью выключена ESP. Угу. Если она будет ругаться, что мы без курсовой устойчивости едем. Ну, мы ее обратно включим. Она нам более нужна сейчас. Вот. Значит, при включении Drive Select в спортивный режим мы получаем открытые заслонки на выхлопе. Вот, поэтому у нас такой вот звук радостный.
ну, разгоняться я здесь не буду, все-таки это самое скользко немножко. Что еще показать вам? Покажи, как дрифтишь. Как дрифтишь, надо со стороны снимать. Ну да. О, так-то зачем? На самом деле на полном приводе сложнее, конечно, чем на заднем. На полном приводе, да. Выхлоп где делал, спрашивают? Выхлоп не делал. Стоковый выхлоп 57 миллиметров. Он спаренный. Вот. Машина дышит хорошо на этом выхлопе. Не надо ничего тут менять. Ну, для особо одаренных, конечно, можно поставить и Miltec. Вот. Это не возбраняется. Угу. Но это кому как по звучанию. Вот. Если по звучанию вам будет Miltec поприятнее, то ставьте. Расход какой? 12 литров. 12 литров. Давайте все ставьте лайки, потому что сейчас с этого светофора туда прямо чуть-чуть пристрельнем. Ну, как бы не особо жестко, потому что скользко. Ну так. Я прям спидометр вам крупным планом сниму, чтобы вы поняли, что она из себя представляет. Да, она чипована, менен ролик компрессора, менен впуск. Тачка просто соска. Сейчас, можешь остановиться? Прям как надо. Все, ребят, внимание на спидометр. Все. Ребят, 140. Вот это просто сейчас было 140. Че, пуля? Так, я что-то поймал. Это шапка, да, Надя? Да, наверное, шапка. Не прервалось или ничего? Не, ничего не прервалось, все хорошо. Нормально, да, она прет. И я говорю, вот у меня канал на Ютубе есть, Палыч ТВ, можете туда... Есть еще вот такая приблуда. Да, эта приблуда очень крутая. Расскажи. Значит, специальное устройство от Рево Техник. Мозг прошит настолько, что можно переключать самому режимы прошивки. То есть сейчас мы стоим в 98-м бензине. Вот, где-то на 98-м бензине у нас получается 450 сил. Угу. Вот. Также, если мы переключим, вот, можем переключиться в 102-й бензин, в 95-й, или откатить вообще в сток машину. Вот. Стоимость машины в стоке какая? По сегодняшним меркам новая машина. Ляма 4? Где-то 4600. Охуеть. А скажи, пожалуйста, еще, вот доработок у тебя по деньгам на сколько вышло? Где-то 250 тысяч всего-навсего, потому что особых вмешательств в железке нету. Вот. Считай, только программное обеспечение и... Программное обеспечение и ролик компрессор. Ребят, покрыть. Вот, смотрите, 50 миллионов рублей. Сколько? 50 миллионов рублей. Ребят, только что перед вами дрифтанули 50 лямов рублей. Это было Rolls-Royce. Ты снял это, Павел? Да ясен хер. Это пиздец. Рассказываю ситуацию. Ребят, о чем они вообще думают? Эта машина стоит там, ну, 40 миллионов рублей, там, может, больше. То есть на Фантоме приехать сюда и дрифтовать, они крутые чуваки. Они сейчас 1500 попали. Ну, резина, просто два баллона. Да, Дорин? Да. По-любому. Смотрите, мне кажется, что это еще не все. Здорово, Павел. Зарядой сейчас стерли. Здорово. Просто. Давай, делаем, Мишу, мы снимаем. Давай, ебать. Все снимаем. Скажите, где вы еще такое увидите? Какие нахрен зубы? Слышь, это ж не Фантом нихуя. Это ж не Фантом. Это не Фантом, это вот новый который? Да. Да, да, да. Совершенно ноль. Твою мать. Ребят, вы поняли? Я сейчас думал, что это Фантом. Как это называется, я забыл? Гост. Rolls-Royce. Ребят, это только что был новый Rolls-Royce Ghost, купеха. У Давида же тест-драйв у него был, да? Да, да. Вы понимаете, что тут за дичь вообще происходит? А вы там сидите дома. Что-то сегодня вообще народу пиздец. В общем, ладно, ребят, Audi мы посмотрели. Все, заканчиваю трансляцию. Следующее будет уже с фристайлом.